Всем привет! Сегодня мы приготовим заливное из тунца. Это самый простой рецепт из очень простых ингредиентов. Столовая ложка кетчупа, 2 баночки тунца, сметана, 100 грамм майонеза и бульон. И при этом мы будем использовать для удобства изделия тупервары. В этой емкости мы будем размешивать все ингредиенты. Этим половником будем наливать все в заливную, в желейную форму от тупервары. И на стене у меня вот такой эксперимент, о котором я расскажу вам позже. Все, всем пока-пока. Увидим готовое изделие завтра.